Итак, всем привет. Сегодня у нас 10 декабря. С утра было минус 15. Работаем сегодня в Дзержинске, поселок Сверлово. Мы находимся в подвальном помещении. Магазин когда-то был продуктовый, сейчас не знаю, что здесь будет. Вот клиент позвонил, сказал, нужна скважина в подвале. Вот здесь счетчик стоит, то есть вода идет по счетчику, центральное водоснабжение. Вот здесь вот будет скважина. По метражу в среднем 12-16 метров. Вот насосная станция «Аквариум», которую купил клиент. Нужно будет поставить ее. Вот в этом месте ее установим. И врежемся вот сюда, в трубу центрального водоснабжения. Бурим, можно сказать, метровыми штангами, 1,25 м, так как высота потолков 2,20 м. Вот, приходится разбирать, и гораздо дольше это по времени занимает. Вот такие дела. В конце покажем, какая вода, какой дебет, какое зеркало. Скважину пробурили, получилась у нас глубина 15 метров, зеркало здесь очень хреновое, 8 метров до воды. То есть насос сейчас качает на пределе своей возможности, так скажем. Поэтому дебет очень маленький, напор маленький, но вода мягкая, вкусная, отличная. Вот сейчас приедет клиент, будем разговаривать с ним, что делать. То есть здесь два варианта. Вот в этом месте копается приямок на глубину где-то 2 метра в среднем, ну 1,5-2 метра, чтобы зеркало было в районе 6, хотя бы вот так вот примерно. То есть 2 метра, это будет зеркало 6. Сейчас зеркало 8. Труба обрезается, насосная станция ставится глубже. Кирпичом вот это дело обкладывается. Вот. Либо просто ставится станция, вот она новая стоит на это место, и накопительная емкость. Накопительная емкость для того, чтобы разбирать воду. То есть она накачивает емкость, и потом уже... То есть вот идет вода, она прозрачная. Но за счет того, что зеркало 8 метров, она качает вот так вот, еле-еле, так скажем. То есть дебет плохой. Дебет у данной скважины 350 литров в час. В минуту ведро вот это наливает за минуту 50 секунд. Но вода кристальная, все отлично. Так что вот, работу свою выполнили, ждем клиента, что он скажет. То есть либо мы ему сейчас станцию поставим на это место, либо он сначала сделает приямок, потом вызовет нас, мы приедем, поставим станцию и врезку сделаем в основную трубу. Все, вот такая сложная скважина сегодня у нас. Вот мы здесь сделали скважину, это подвальное помещение бывшего магазина. Клиент выкопал яму, то есть мы сначала пробурили, вот на этом месте стоял насос. Насос качал с зеркала 8 метров, дебет был 350 литров в час, это минута 50 секунд 10 литров. Клиент выкопал яму, ему сказали выкопать 2 метра, он почему-то выкопал 1,5 метра. Ну, в общем, здесь вот сейчас стоит насос, зеркало 7,20 м, качает 48 секунд.